очень приятно, что наконец-то Игорь Бойко, замечательный гитарист, замечательный музыкант и композитор, наконец выпустил свою очередную сольную пластинку через какое-то время. Потому что первая была, которую он выпустил, была очень успешная, очень интересная. Я ее слышал еще первый раз, когда мы летели из Нью-Йорка в Москву, его первый альбом. И вот сейчас второй альбом, который мне совсем недавно подарил, я его прослушал. Это опять же удача, успех. Очень давно я говорил с Игорем о том, что, может быть, мы смогли бы вместе что-то сделать, сыграть. Но вот он пригласил на сегодняшнюю презентацию своего саксофониста, с которым они уже работают 3 года, у Валерия Сюткина. Они прекрасно играли. А что можно сказать об этой музыке? Это фьюжн высшей пробы в традициях того же Майка Стерна, о котором Игорь сегодня очень много говорил, в традициях еще одного замечательного гитариста Джона Скофилда. Но у Игоря свое собственное лицо, свое собственное видение, замечательные, так сказать, знания аккордов, музыки, джаза, блюза, фанка. Музыканты подобные, замечательные ритм-секции, играют с драйвом. Басист Евгений Шариков тоже знает все, что нужно, не играет ничего лишнего. Но когда есть какие-то моменты, происходит движение. Юра Семенов, барабанщик, тоже, я считаю, один из лучших в этом стиле барабанщиков в России. То есть не так много людей, умеющих играть. Но вот именно с таким грувом, с драйвом, но знать очень музыкально. Так что я хочу просто поздравить Игоря с его, несомненно, большим успехом. Хотелось бы, чтобы он выпускал пластинки почаще, почаще бы выступал со своей группой. Хотя он играет и в замечательной группе Алексея Козлова в «Арсенале», и с Валерием Сюткиным. Но хотелось бы побольше, чтобы он играл сам, у него есть что сказать. Он может на своей гитаре изобразить все, что угодно. Фактически у него нет преград. Он играет все саксофоновые пассажи, которые я лично сам знаю. Поэтому даже надо завидно, как это у него все получается. Так что Игорь Бойко большой мастер, и впереди у него еще очень много-много побед.